Привет всем подписчикам нашего интернет-сообщества «Природа Алтая» ВКонтакте. Сегодня у нас вечер 27 сентября, и, как мы обещали, начинаем подводить итоги нашего крутого розыгрыша, в котором на кону было 3 мешка кедровых шишек. Шишки собирали в Усть-Коксинском районе. Это район, где находится гора Белуха, многие знают, Катунский и Терехтинский хребты. Там собраны именно эти шишки, доставлены сейчас в Барнаул. И ждут своих, так сказать, обладателей. Итак, на кону у нас 3 мешка. Мы их поделим то есть на 10 человек по ведру каждому. То есть 10-литровое ведро. Мы его пересыпем в пакет и отправим почтой победителю, неважно, где он будет находиться, на территории Российской Федерации, с Алтая. Вот. В нашем сообществе состоят подписчики из разных регионов России. Поэтому розыгрыш зашел очень круто. У нас сделано за месяц 3384 репоста и поставлено 4260 лайков. Вот. Так, необходимо было вступить в наше сообщество «Природа Алтая» и сделать репост данной записи. Соответственно, на стене он у вас должен находиться, этот репост. Ну что ж, начнем подводить итоги. Копируем ссылку на розыгрыш. Мы записываем видео, чтобы вы понимали, что все проходит честно, максимально прозрачно. Ну и специально объясняем, рассказываем, как это итоги подводятся, потому что вы можете сами попробовать по той же схеме это и подвести. Посмотреть, что все проходит честно и прозрачно. Итак, скопировали ссылку на розыгрыш. Заходим в Яндекс. Нам необходимо генератор случайных чисел найти. Вот он у нас первый, который попадается, генератор случайных чисел. Самый популярный. Вот, определить победителя ВКонтакте здесь есть. Нажимаете, вставляете ссылку на пост. Город победителя нам не важен. Ищем победителя среди репостнувших запись. И для победы необходимо состоять в нашей группе. Итого у нас будет 10 победителей. Ну что ж, внимание. Подарки, то есть по почте мы доставляем за свой счет, отправляем вам в коробках. Уже провели не один десяток розыгрышей. От Барнаул-22 мы провели сотни розыгрышей за много лет. Поэтому сотни людей получили свои подарки. Поэтому сейчас посмотрим, кто будет следующий 10 счастливцев. Итак, вот они, 10 человек. Алена Лиманская, Елена Киженцева, Никуся Фундаракина, извиняюсь, если неправильно называю фамилию, не знаю, как у вас ударение ставится и так далее. Лидия Губанова, 5-й победитель. Наталья Мусиенко, 6-й. Александр Селютин, 7-й. Елена, сейчас грузится, Зиаддинова, 8-й победитель. Наташа Киршина, 9-й победитель. Давайте. Любовь Лопатченко. И последний, 10-й счастливый человек у нас, это Валерий Ложников. Подзависает аж интернет, компьютер. Из-за того, что сделано много репостов. Поэтому, ну что ж, Барнаул, Алена Лиманская. Елена Киженцева, Севастополь. Никуся Фундаракина, Барнаул, Алтай. Так, Лидия Губанова, Барнаул. Наталья Мусиенко, Барнаул. Александр Селютин, тоже из Барнаула. Елена Зиаддинова, Замульта. Вот так вот получилось, что практически откуда приехали наши кедровые шишки, туда они обратно и уедут. Елене Зиаддиновой поздравляем, Елену также. Наташа Киршина, тоже из Барнаула. Любовь Лопатченко, Барнаул. И Валерий Ложников, тоже из Барнаула. Большинство репостов сделаны из Барнаула. У нас алтайская в основном аудитория в «Природе Алтая». Поэтому поздравляем всех 10 человек. Севастополь Елене Киженцевой отправим обязательно шишки наши. Необходимо будет сейчас с каждым нам связаться и отправить в личные сообщения полные, то есть адреса, телефоны, как с вами связаться, чтобы мы вам отправили эти подарки. Далее. Мы очень просим победителей, всех 10 человек, после того, как мы вам вручим подарки, вам необходимо будет зайти в «Природу Алтая», в наше сообщество. И вот здесь у нас в обсуждениях
Блин, прям интернет подвисает так. Вот здесь у нас есть в обсуждениях отзывы о наших розыгрышах. Мы просим здесь оставить свои фотоотзывы о том, что вы выиграли, что получили. Мы уже здесь отдали, вручили подарки многим людям. Кто-то прям сфотографирует с Почты России из других городов. Кто-то вот мед выиграл, травы, корни разыгрывали, баунти, упаковку и так далее. Ну что ж, и необходимо, правда, пожалуйста, это просим прям всех победителей, вот сюда фотоотзыв от вас. Это прям обязательно, потому что многие люди просто не верят в эти розыгрыши и не верят, что мы все проводим честно и так далее, прозрачно. Ну что ж, всех еще раз поздравляем победителей, благодарим всех за участие, надеемся, что встретимся с вами в новых розыгрышах от нашего сообщества «Природа Алтая». Всем спасибо, всем пока.